К другим темам. К столетию чувашской автономии в столичных школах запустили проект «Мой край, моя Чувашия». Наша съемочная группа отправилась в школу номер 60. В музее 60-й школы собран очень богатый и разнообразный этнографический материал. Около 1000 экспонатов и предметов быта, которыми издревле пользовались чуваши. От узоров национальной вышивки до музыкальных и рабочих инструментов. У чувашей было очень много видов музыкальных инструментов. Вот в словаре Ашмарина, например, описано 150 видов музыкальных инструментов чувашских. То есть разнообразие очень большое. Изготавливали в старину, ну, много сотен лет назад, например, да? Из чего изготавливали? Тогда и пластмассы не было. Может быть, и железа-то не было. Изготавливали из природных материалов. Вот эти технологии хочется оставить, чтобы и наши потомки, чтобы их знали. Значительное место в экспозиции занимает ткацкий станок, который сразу привлекает внимание посетителей. На таком станке раньше ткали пояса и разного рода тесьму. Ученицы школы, они же экскурсоводы, продемонстрировали, как с ним работать. Ткачиха садилась на скамейку. У нее было все в движении. Голова, глаза, руки и ноги. У чувашей такая пословица. Щука плавает, а берег замерзает. Это от качества. Щенок нитками ходит туда-сюда, а бердок плотно укладывает уточину. Так рождается хвост. Выставка работает в будние дни, и посетить ее могут не только ученики и их родители, но и все желающие. Александр Соловьев, Валерий Резюков, Республика.